И всем привет, дорогие друзья, с вами Алошка, и сегодня продолжаем играть в игру Майнкрафт на России 1.4.7. Со мной, как обычно, мистер Челлендж. Ладно, давай лучше заново. 3.7. С офигительными модами. Асмались мы о том, как мы в прошлой части вот этом огромном-огромном RPG-шном мире, благодаря нашему другу Мистер Челленджу, сделали огромное-огромное открытие. Дело в том, что мы Реал Мьютовую кирку зачаровали на эффективность 3. На Пошел ты. Ты сам пошел ты. 3 урона ударил, ты 3 урона еще получил от падения. Слабак, всего 3 урона. 6. И всем привет, дорогие друзья, с вами Алошка. Сегодня продолжим играть в игру Майнкрафт на России 1.4.7. С офигительными модами. Остановились мы о том, как мы в прошлой части вот этом огромном-огромном сумрич... Огромном-огромном... сумрич... Моя кирка. Догони, догони меня. Еще один шаг, и я утоплю этот меч. Не надо. Один неверный шаг, и я утоплю этот меч. Ты понимаешь? Блин, там воды. Железные слитки, получается, кидаем сюда. И потом суем наши шарды. Так? Туда поместилось это все? Да, по идее поместилось. Все, шарды кидаем, кидаем. Потом нам нужна палочка, кстати. Палочку принести. Сейчас принесу палочку. Да-да-да-да, все, я тебя жду. Здесь мы, кстати, еще можем дизенчант сделать. Вот в этом энчант столике. Это нам в дальнейшем понадобится для того, чтобы мне возвращать... Мне правую кнопку тыкать, да? Уровень. Да-да-да. Чувак! Это, оказывается, мне нужно было делать. У меня же все изучение. Мне кажется, или мы сейчас кучу флакса выкинули в атмосферу? Да мне кажется, не так много. Это очень много, чувак. Блин. Блин. О, нет, 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 нет. Ой, блин, я показалось, что она падает, я убиваюсь, короче, единорог. О, нет, подожди. Все, убили. Ну да, это, конечно, печально. Так, ё-моё, ногу сломал, короче. Ой. Так, ну-ка, что выпадет? Да, кстати, у нас тут, пока мы готовились к серии, вырос кексик! Ура! Что ж, у него теперь 48 жизней, и в скором времени мы также сможем на нем летать, и это радует. Да, кстати, после он того... Он еще вырос, он еще вырос. Прям си... 80. 80? Офигеть! Это ж прямо сейчас мы можем на нем летать! Подожди-ка. А, не, подожди, его сначала нужно приручить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. О, синее дерево из Таункрафт 3. Нет, нет, нет! Я не буду его рубить. Ловушка для дураков, блин. Что ты? Жгучие пески попал. А, ну телепортируйся ко мне. Выбрался. Телепортируйся. Ты, надеюсь, бить ты меня не будешь? Пожалуйста, не бей меня. Вот, держи. О, господи! О, дракон! Он мой! О, кости. Да, я ему теперь команды могу давать. Все, сидеть. Так, а я тебя летать могу? Летать могу? Нет, летать не могу. Что, правда, что ли? А, нужно седло, точно. Седло, надеюсь, оно у меня есть. Пожалуйста. Господи, эпик. Эпик. Пиши, о, точно, waypoint. Халявные ресурсы. Лава. 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 Больше лавы. Здесь куча лавы, чувак. Окей, ладно. Я уже убежал куда-то очень-очень далеко. Ой-ой-ой-ой-ой, напугал. Так, уйди. Все, ты мне здесь вообще не нужен. Отлично. Excellent. Надо факелы создать. Все-таки без факелов мне как-то здесь не очень. Е, все. Да, твой эндер дракон. Так, теперь я беру седлом и прощай, фразбал. Да, да. А, черт, я догоню вас. Догоняй. Стойте, я бегу. О, круто. За мной, кстати, зомби даже, по-моему, некоторые гнались сейчас. Слушай, даже ангельская броня теперь не нужна. Ой, за тобой гонится, у тебя меч, по-моему, есть, да? Да. Так, все, теперь я бегаю намного быстрее. Пойди. А, да, вау! Нифига! Ого! Блин, что-то мы сейчас как дебилы себя везем, по-моему. Нет, серьезно! Я.
Нет, серьезно, я очень быстро бегаю. Сейчас посмотрим. Круто. Хейст, да? А, хейст, да, хейст. Ну, слава богу, тебе меч замедляет. Я могу не волноваться за то, что нас убьют. Мы все умрем, короче. Ой, о господи, что с ней? Ага. Единорог прям на меня выбежал, когда я бил. Да. Но он, знаешь, так мирно гулял, и тут так, меч, о господи. Вот, ну, смотри, телепортируемся. Прям как ульта умников, дочь. Чё, подожди, выйди! Что это? Это я посадил сит, я на портал нажал. Окей, заметь, сейчас ночь, сейчас ночь. И что с этим делать нам? Это как фонарики работают? Не знаю. Ну они освещают, ну, как я вижу. Понятненько, баги, привет. Отличненько! О! Вау! Лунная дорожка. Вау! Слушай, это круто! Я хочу сейчас везде так сделать. А! Дома поставим. Круто! Они же еще и освещают, заметь, вот в чем прикол. Я тебе уже сказал это. Кстати, они растут только на земле, заметь. На булыжнике нет. Окей. Так, ладно. Удачи тебе. Специально для меня воду спустил. О, нет! О, вода спасла, прям вообще, прям молодец. Бро, вода. Да, тупая вода, я ее уберу. Нет, не надо. Она хороша. Она освежает и придает силу земли. Ой, в смысле силу. Ничего такого не было. Я нашел босса! Я босса нашел! Я все-таки нашел этого говнюка. Сейчас мы его быстренько убьем. Так, ну и давай я тебя буду сейчас вот так вот бить. Ой, аккуратно, давай, аккуратненько. Я так понимаю, очень много жизни, да? Слушайте, хорошая так тактика, просто бить его, скрываясь. Умри. И я его убил. Босс умер. Это было довольно-таки просто. А, капец, столько искал, чтобы всего лишь найти этот топор. Не, ну это пипец. Все, собрал? Офигеть! Короче, мне этих запасов назарита хватит на весь сезон. Прикинь? А вот, кстати, и персик, про которого я говорил ранее. Собственно, прикинь, чё? Мне сейчас выпало 1,5 стака Назарита. Тебе это ни о чем не говорит, но... Да, я... Это очень... Для чего? Это, блин, это же офигенно, слушай. Ух, ничего себе, мамонт. Офигеть. Ой, ничего. Мамонты? Да, мамонт. Да, мамонт, ты телепортируешься, только не бей его. Так. Получается, мы сейчас берем факел и делаем так. Опа! Яичко! Сейчас начнут за нами охотиться после первой записки. Да? Господи! What the fuck? Где ты? Где ты? Подожди. Ты где, чувак? Я один! Ты бежишь или я не понимаю. Я не знаю, что я делаю. А, так ты что, умер? Нет, я не знаю. Ты умер, чувак! Как я умер? Ты умер! Все, чувак, я сейчас сдохну от страха. Мы с вами прощаемся и говорим вам, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Ложка и Мистер Челлендж. Всем удачи, всем пока. Если вы хотите еще таких серий, то ставьте лайк. Что это? Ты умер. Меня пистолет догнал. Ты умер. Да. Понятно. Интересно. Очень интересно, а главное познавательно.